В Минске проходит заседание рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. На повестке вопросы обмена пленными, выплаты пенсий и нарушения условий разведения сил и особый статус Донбасса. Предыдущая встреча прошла 4 апреля. Тогда ее участники выступили с призывом соблюдать режим тишины возле Донецкой станции, где, по словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, продолжались нарушения режима прекращения огня. Германия и Франция пытаются оживить Минские соглашения, даже несмотря на постоянные нарушения на контактной линии. Об этом заявила Ангела Меркель в своем выступлении в Бундестаге. Канцлер ФРГ также отметила, что конфликт в Донбассе не разрешить военным путем.